Дом-2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Сергей Захарьяш и Валерия Фрост вчера устроили себе день релакса. Настроение отличное, дела супер, и мы счастливы, чего и вам желаем, написала Лера. Татьяна Африкантова сообщила, что 6 февраля состоится суд, который приедет снимать телеканал НТВ. Поклонники Агибаловой уже готовят плакаты в поддержку Ирины. Татьяна Владимировна призывает своих поклонников тоже прийти на суд, чтобы поддержать ее. Гражданский супруг Виктории Бонни был замечен в клубе с другой девушкой. Мужчина целовался прямо перед объективом камеры. Похоже, в их семье не все так гладко, как сообщает Вика. Тата и Валера хотят присоединиться к предстоящим свадьбам Иванова и Чуева и в один день сыграть 3 свадьбы. Что вы думаете по поводу нескольких свадеб в один день? Пишите комментарии. Валерия Фрост призналась, что так как она живет публичной жизнью, ее постоянно преследуют непонятные темы со спортом. Недавно вопрос подняла Лиза Полыгалова. Фрост на это заявление ответила: «Я скажу вам одно. Лиза танцевала перед турецким дядей, который называл ее русской киской. Моя совесть чиста». Татьяна Африкантова рассказала, что Марина ей постоянно жалуется, что у Чуева полно долгов. У Димы занял, у Кости занял, у других людей занял, кругом в долгах, а отдавать нечем. Андрей за эти слова Марину чуть не пришиб. Сказал: «Как ты смеешь матери рассказывать по телефону, что я в долгах? Я бизнесмен, я крутяк, все должны знать, что я богатый, иначе никто в долг давать не будет». Интересная новость сайта Шлок. Несколько дней назад в эфире Дома-2 поднялась тема о том, что мама Александры Гозиас категорически против брака дочери с Костей Ивановым. Женщина считает, что Саше не стоит выходить замуж так рано. К тому же ни она сама, ни мама не уверены в избраннике. Но поклонники телестройки подозревают, что дело вовсе не в переживаниях мамы за будущее дочери. Она боится, что Саша вновь выйдет замуж, родит ребенка, разведется с ним и бросит уже свое второе чадо на мать. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.